Привет, дорогой друг, добро пожаловать на мой канал. Я Эльзин Кобзон, а мы продолжаем играть в Dying Light 2. Так. Эть. Спустились, хорошо. Долезешь? Какой молодец. О, тут есть подъем наверх. Ну, блин, тут лучше вот так залезть, ну, типа для меня. Хотя, может быть, я не смогу. Нет, смогу. Ну, прокачка, прокачка. Мне нужен монах. Здравствуй. Прежде чем ты скажешь, что есть шельмовство, как не блестящий камушек для простака, я выбью из тебя. Откуда столько злости? Откуда? Я, как идиот, впустую залез на самый верх эстакады. Не понимаешь? Ты же получил самое мощное оружие. Это упорство. Что? Мощнейшее оружие – упорство, которое ты проявил, когда забрался на самый верх. И за это я заплатил? Отдай мне мои деньги. Упорство преодолевает самые великие трудности. А его отсутствие уничтожит тебя, как уничтожило наш мир. Быстрее победить в войне, быстрее и небрежнее изучить вирус. Так что, ты пожертвуешь обретенным упорством, чтобы вернуть свои деньги? Да ладно, оставляй себе. Если так я не научилась, я только нервы потратила. Ну ладно, я уже... То заплачено, то уплачено, извините. Учиться. Прощай. Пока. Я свои деньги заработаю. Пусть у них будет. Так. Дальше. Вот здесь вот. А мне нужно... Ну, не написано, что это темное задание. То есть мне можно и, в принципе... Мой дедушка работал шахтером на карьерах к югу от старого города. Эти туннели сейчас кишат народом. А мне можно как-нибудь вот в эту сторону? Хорошо. Только мне надо вот так сделать. Угу. Опять туда, да ё-моё. Что я все время в одно и то же место хожу? Вот тут надо найти. Профайл Чпокера. Знаю того, кто заинтересуется. Тут пусто. Ладно, не буду ковыряться тут. Пойдемте. Так. Тут есть вопросик. Но это не важно, правильно? Что это? Петряк. А тут точно так, тут точно... Туда. Так, что еще тут есть? Тут есть какое-то место, но оно не сулит ничего хорошего. Вот, добудьте ценные вещи. А почему на них стоит прямо это? А, поищите мальчиков. Все, поищите мальчиков. Подождите, носите карточки. И склад. Вот как раз-таки сейчас найдем вторую. Прибежим туда, найдем вторую и пойдем сразу же на склад. Сразу же пойдем на склад. Тебе нормально, вон там пацаны? Ладно, я пошла. Разбирайтесь сами. Он, походу, специально это подстроил. Мне нужно туда. Значит, пошли туда. Да чел!
стоит, мне сквозь него не пробежать. Даже серьезно, то есть мне нужно сюда. А их просто там много. Бандит. Ну сейчас я посмотрю, если там будут эти твари сидеть гигантские, то я, конечно же, делать, конечно, этого не буду. Но если тут просто пацаны, ну, в смысле... Или мне кажется, что это тот же... Ну, где там эти сидят? Иди сюда. Это не сложный чел. Ой. Ну вот и все. Там еще кто-то. Ни хрена себе ты прыгаешь. Ну да, вон там кто-то еще. Кто это? Сейчас я быстро. Это сколько у меня оружия? 33, ну правильно. Я надеюсь. Так. Ага. А, ну они будут сюда, видимо, постоянно бежать, да? Так, ладно, я поняла. Все, пойдем отсюда. Они просто будут постоянно бежать. Да похрен, что сбежал. Мне наплевать. Так, а куда ты? Что это? Вот, мне нужно на склад, а это вернуть карточки. Хорошо. На склад. Давайте наверх. Так, это не что-то не то.
Взламываем. Так, в другую сторону. Хорошо. О, пол какой-то ненадежный. Поищу другой путь. Другой путь. Тут закрыто. Ну, заберись, пожалуйста. Так, где можно еще зайти? Вопрос. Я хотела зацепиться вообще-то. Владыка жизни и смерти. Прими это дитя в царствие твое. Дитя, которое ты согласно своему непостижению забрал у нас, чтобы защитить его в своих объятиях. Просто дайте мне уйти. Я не могу. Есть. Интересно, где можно было еще зайти? Ладно, это не важно. Обычный пустой склад. Сейчас, секунду. Ничего. Ага, вон там. А, вот тут можно было зайти, смотри. Почему-то... Ага. Давай, отодвигай, посмотрим, что там у вас. Ничего не видно, темно. Эй, хули ты здесь делаешь? Это ты, Пилигрим? Да. Друг, тебе здесь быть нельзя. Откуда ты? Бенни, верно? Нужно поболтать. Мне это не нравится. Ты от ловкача, да? Как больно! Дай ему, что я отдам. Но у меня еще нет денег. Подожди, Бенни. Значит, ты задолжал ловкачу? Ты не от ловкача? Нет. Сколько ты должен? Ну? Только у тебя была причина красть муку. А ты сволочь. Думаешь, раз включил воду, то можешь ходить где угодно? А я не прав? Ничего я не скажу. Нахуй иди. Бенни. В смысле, ты не можешь? Ладно. Ну, конечно, тут пацаны дремлют. Помри уже. Я помер. Чего нельзя никого обокрасить-то? Во что, ничего нет с собой? Бестолковые. Ой. Да вон тряпочки лежат. Чьи-то трусы, наверное. Так, а как выбраться-то отсюда? Кто-нибудь знает? Может, я просто нормально назад... А, дверь закрыл еще, ты посмотри. Закрыл дверь еще.
А вот. Все, спасибо. Тут можно жить теперь, кстати, я все почистила. Так, и мне нужно, получается, вот здесь вот отдать карточки. Бенни, где же ты? Ведь я принесла тебе карточки. Я нашел фальшивые профайлы. Теперь покажи мой портрет. Вот, вылитый принц. Принц? Твой профайл чпокера. Смотри. Возвращайся позже, если хочешь узнать, кому понравился твой профайл. Спасибо. Чпокер. Так, обыскать склад на юге. Вперед. Господи, ты зачем поехал куда-то? Попробуй вернуться. Тебе от нас не уйти. Чего же они так орут там, бедные? Как же они все орут. Орут и орут они. Там что-то есть. Что за прикуп? Да, что-то есть. Что им всем от меня надо, я не понимаю. Я просто бегу по своим делам. По очень, между прочим, важным. Но почему эти склады находятся так далеко от того места, где она живет? А ты что, не можешь схватиться за это? Это грустно. Серьезно, что, в чем проблема? И тут ты не схватишься, нет, схватишься, ладно. Спасибо, так. Где-то тут. Опа. Опа. Заперто изнутри. Хорошо. Не, конечно, плохо. Ну да, это было страшно. Так, секундочку, значит, сюда мне нужно положить. Во-первых, вот это нужно разобрать, и вот это нужно разобрать. Положите вот это, допустим. Так, теперь вот сюда я положу вот это, вот сюда. Вот это, потому что у меня их меньше. Вот и армейские штучки. Тут наверняка все будет пусто. Все будет пусто, пусто, пусто. Слушай, друг, я ничего не сделал. Бог свидетель. Отпусти меня, прошу. Сначала ответь на пару вопросов. Только честно. Это ты украл муку? Нет, даже не знаю, где она. А чего тогда напал? Я решил, что ты от ловкача пришел за долгом. Ясно. Ты задолжал ловкачу и решил расплатиться урожаем своей матери? В ту ночь я увлекся. И на кону было столько, что мы бы выкупили поля Янсена. И теперь, когда есть вода, мы с мамой могли бы безбедно жить до старости. Но потом все пошло наперекосяк.
Как итог, я проиграл. Муку забрал ловкач? В счет долга? Не. Он мог сказать принести ее, и я принес. Он слишком ленив, чтобы делать что-то лично. Но, друг, ты этого не слышал. Что все это значит? Ты виновна. Твой сын виновен. То есть она знала, да, она знала, что ее сын влип в долги и спрятала специально, потому что он, ну, он бы, наверное, ну, ладно. Это ты украла муку, Тереза. Вы пилигримы совсем чокнутые. Он поехавший, мам. Заткнись и слушай, юноша, тобой я сыта по горло. Бенни самостоятельно до этого не додумался бы. Умом он не блещет. Без обид, мам. Какие тут обиды? У него солома вместо мозгов. Мам! Хорошо. Я это сделала. Но у меня не было выбора, Эйден. Мы месяцами работали в поле, до крови стерли пальцы. Муки хватало на несколько месяцев. Хлебом можно было бы накормить весь базар. Но заполучи ее ловкач, он продал бы ее нам же, втридорога. Мы платили бы за нашу же муку, жестокая шутка. Все из-за дурацкой игры в карты, мы бы разорились. Я не могла этого допустить и не допустила. И где же мука? У водонапорной башни. Прошу, пойми, ее нельзя отдавать. Я бы и не собиралась бы ее отдавать. Почему? Он честно ее выиграл. Нет. Ловкач честно выиграл. Еще чего. Он жулик, все это знают, но доказать не можем. Допустим, ты прав. Есть ли другое решение? Мы можем дать ему что-то взамен? Такого, как ловкачу, ломать совсем непросто. Попробуй, прошу, поговори с ним, попроси отсрочку. Сделай что-нибудь, умоляем. Я подумаю. Ты наша надежда! Не драматизируй, Бенни. Пилигрим знает, что делает. Или нет. Хорошо, возвращаемся к ловкачу, получается. И говорим, что он дурачок. Нет, я, конечно, все понимаю. Нет, я все совершенно понимаю. Там нужно как-то выживать, там туда-сюда. Но забирать у людей последнюю еду... Я не хотела. Я не хочу умирать. Вон Свин, ты что-то с ним делал? Нет. Приятно знать, что теперь отряд прикрывает. Я помыл за первым шагом. Вперед и потом 16 налево. Обойти трех зараженных. 26 плюс 82. Ладно, не буду. Не буду. Так, а где мне? Сюда? Что у вас тут случилось, товарищи? Да боже мой, мне никак не это самое. На кого он? Ой, что-то случилось. Миротворца спасла. О боже, а ты кто такой? Какой-то он высокий просто. Миротворца едят. Зачем? Для чего я его спасла? Да. Будешь со мной разговаривать? Спасибо. Усилитель иммунитета. Это хорошо. Так, значит, куда мне нужно? Мне нужно туда. Побежали.
Простите. Ночные бегуны. О, ночные бегуны. Боже мой, я думала, вы хорошие, а вы, оказывается, не хорошие. О, ля-ля-ля-ля-ля. Что, прости? Нет. Бык. Хорошо. Мне нужно тут с ребятами поболтать. С торговцами. Так, у тебя что, товары? Хорошо, давай обмотку. Что еще? Лезвие, вот электрические детали. Так, оборудование. Что насчет оборудования? Ты мне именно купишь одну штуку, да? А что это такое? Горение, господи. Мне нужен не ты. Вот, мне нужен ты. Выносливость у Фефакел. Вот, вот это я куплю. Сюрикены не знаю, стрелы. Отрава, кстати, отраву куплю. Смелый выбор, сынок. Отрава еще одна. Давай еще одну. Сколько денег? 10 тысяч. Господи, я могу все у тебя купить. Просто все. Решающая продажа. Смола. Не знаю, нужна ли мне смола, но пусть будет смола. Это мне не надо. А как улучшить? А, вот, улучшить. Вот. А, вот это, вот это, вот это. Уф, факел, давай. Сейчас улучшим все. Все, что можно. Так, это нельзя, это нельзя. Так, вот это все. Это больше нельзя. А почему? А, трофеи зараженных. Угу. Нахрена вам трофеи зараженных? Но ремонтировать, конечно же, я не буду. Так, пам-пам-пам. А, это единственное оружие, да, сломанное. Хорошо. Есть один супер иммунитет. Ну, давай супер иммунитет вначале поставлю. Оживим игру. Сотня сверху. Да хуй там. Только я буду играть. Согласишься убрать 10 секунд. Идет. А ты рисковый. Это и так было почти невозможно. Это мы еще посмотрим. Эйден, еще не нашел мою муку. Потому и пришел. У Терезы и Бенни положение незавидное. Может, простишь им долг? Или хотя бы отсрочишь? Твою мать, сколько раз мне повторять, я не занимаюсь благотворительностью. Я не заставлял Бенни играть в карты. Если мужчина не может отдать долг, значит, он не мужчина. Дурак тот, кто поступает как дурак. Возможно, они усвоят этот урок, когда останутся с голой жопой на морозе. А знаешь что, Эйден? Вообще-то я придумал, как все могут остаться довольны. Честно говоря, зачем мне эта мука? Я что, стану вдруг пекарем? Не думаю. Но я хочу получить свой долг. А мы тут с Урбаном поспорили. Погоди, эй-эй-эй, это нечестно. Только не он. Он же по стенам бегает. Конечно, это честно. Нет правил, запрещающих это. Сделай это, и того, что Урбан заплатит мне с лихвой, хватит покрыть потерю муки. А я еще тебе и доплачу. О чем вообще разговор?
Вон, видишь, на церкви этот, скажем, назовем его флаг. С земли плохо видно, но этот флаг на самом деле не флаг. Ты поймешь, когда увидишь. Мы с Урбаном поспорили, что я найду человека, который снимет его оттуда. Я уже несколько лет поднимаю ставки, и Урбан мне отвечает. Учитывая то, сколько сейчас стоит на кону, грех будет не попытаться. А, я не спешу. Повышай ставки, а я подожду, пока сумма не станет вкусной. Что такое? Тебя внезапно охватил страх? Не, я за тебя беспокоюсь. Я разорю тебя, если проиграешь. Ты и так лишился муки. Я в игре, если Эйден согласится. Время сильно ограничено, но я верю в Эйдена. А ты в игре? Давай. В игре. Тогда не будем откладывать, да? 3, 2, 1, пошел. Андалы, Эйден, не подведи. Чего? Я уже много месяцев не видел детей из-за дурацких картинок. За 5 минут? А куда мне нужно? На самый верх? Так. А дальше куда? Вижу. Надеюсь, там время с запасом. Да, для меня тут сделали вот такие штучки, я правильно понимаю? Господи, как я попала туда. Боже мой, что ты делаешь? Я не думала, что я сюда за это самое. Так, а мне нужно туда? Так. Пожалуйста, не падай, друг мой. Так. Да, с запасом мне дали. Ну все, давай, скатись. Трусы. А, мне и вернуться надо. Но вернуться я могу легко. Хотя, может быть, там можно было спрыгнуть. А где я зашла сюда? Вон там. Я могу вот здесь упасть вниз. Ходят слухи про потерянный Эдемский сад, который нашли под стеклянным потолком где-то на Олд Маунт Стрит. Ну, сократила себе путь. Говорил тебе, Урбан, говорил. Сколько лет я этого ждал. Если я себе чуть кости не переломала. Вершина труселей покорена. Ты крут, Эйден. Ладно, ладно. Успокойся. Видел бы ты свою рожу, когда злорадствуешь. Чё такое с этим флагом? Это же старые труханы Карла. Ты поставил на кон жизни людей ради старых труханов? Весь смысл в самом пари. Трусы — это просто символ. Но с ними связана отличная история. Никто не помнит, когда,
Но очень давно порыв ветра сорвал веревку с бельем Карла и унес ее на крышу. Карл пытался организовать экспедицию по спасению своей одежды. Представляешь, естественно, все отказались. Никто не мог забраться так высоко. Время от времени оттуда сдувало ветром то носок, то рубашку. Но трусы Карла продолжали гордо реять. Урбан поспорил, что я не найду человека, который их снимет. Но я это сделал. Ну, простишь, Терези и Бенни, док? Как будто его и не было. А ты, мой новый друг, просто герой. Прими это от меня. Спасибо. До свидули, капризули. Я думала, играть будем. Что мне дали? Лекарства и... О, господи, 300 денег. Так, теперь возвращаться надо к Терезе, да? Ну, вперед. Они каждый раз орут тут. Нет! Не понимаю, что с ним не так. Каждый раз он это делает. А когда я смогу вот здесь? А, я помню. Мне надо будет тут зачищать все. А тут все зачищено. Тут надо, я помню, зажечь, типа, это. Ладно, видимо, мне это потом откроется. Ну, сюда нужно запустить эти. Запустить электричество. Так, куда дальше? Добрый вечер, Эйден. Здравствуйте. Все прекрасно. Ага. Он больше не будет требовать у вас муку. Друг, как ты это сделал? Выиграл пари. Дико странное. Теперь мы перед тобой в долгу. Не знаю, как тебе за это отплатить. Когда расплатить с другими? Извините, здесь Анной. Все, что мне нужно, награда то, что я сделал. Вот. Сначала расплатись с другими. Извинись перед Анной. Именно. Да, конечно. Боже, что я наделала? Не знаю. Пойду к ней прямо сейчас. Вдруг смогу еще все исправить. Исправь. Какой я идиот. Это все моя вина. Больше не играй. Впредь постарайся не лезть на рожон. Не ради себя, так хоть ради мамы. Какая разница? Не ради кого? Какой я дурак. Паркур! Я с вами тут постою. Ладно. Мне нужно прокачать парк. А когда этот? Ой, господи, тут 300 шач. Я сейчас что у нас? Мягкое приземление. Есть что-нибудь новенькое? Рывок будет длиться, пока у вас есть выносливость. Просто, чтобы быстрее бежать. Правильно я понимаю? Давай вот эту. Это да. Так. А что? Что? Мы тут что-то... Карточки. Так, а я тут что-то же не прослушивала. Или прослушивала? Не знаю. Так, ладно. Что у нас тут есть поблизости? Нам нужно, получается, обратно вернуться на базар и поговорить с Роджером. Давайте у нас... Ну, я хотя бы просто добегу, да? Чтобы поговорить с Роджером.
А что там внизу? Прямо так меня туда показывают. Что? Ну давай. Но это, видимо, не то место. Ну, типа, ну тут просто. Подожди. Еще ниже. А куда еще ниже? В метро, наверное. Это в метро. Когда-то я столько фильмов смотрел. Теперь ни одного не могу вспомнить. Вирус будто вдобавок к чему. Почему он не может бегать здесь? Я не хочу его расстраивать. Да подвинься. Случилось? Где Дэмиан? Он заперся в башне. Из-за чего? Понятия не имею. Несет какую-то чушь, что он в чем-то виноват. Что-то с ним не то. Он не отвечает по рации. Болтать он явно не в настроении. Есть другой вход в башню? Нет, по крайней мере, обычным путем. Кое-кто пытался забираться по стене, но потом их приходилось отскребать от земли. Я попробую. Я туда только что залезала. Это так забавно. Туда же надо забраться. Да, но делать мы все-таки в одной и той же серии делать одинаковые вещи я не буду, поэтому мы это будем делать в следующей. Так что ты пока подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, нажимай на колокольчик, там все уведомления. Спасибо, что остаешься на моем канале, смотришь мои видосы. А мы встретимся в следующей серии. Пока.